Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла своей матери. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, вышед Иисус, увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевши его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.